Вор должен сидеть в тюрьме. На наш запрос по поводу вора, который несколько лет орудует в торговых домах Караганды, ответил департамент полиции области. Напомним, злоумышленника знают в лицо и продавцы, и охранники магазинов. Однако кражи продолжаются, а воришка чувствует себя безнаказанным. По словам предпринимателей из торговых центров «Самал», «Таир», «Подсолнух» и других, Арман Жапелов совершил уже много краж из бутиков. Его не раз ловили и передавали сотрудникам полиции, но воришку отпускали. В последний раз он попался в столице, где также совершил кражу в магазине одежды. В ответе за подписью заместителя начальника департамента полиции области коллег Парова значится, что в период с 2014 года по настоящее время на территории города Караганды и области за совершение ряда краж чужого имущества задерживался Жапелов Арман Магауяевич, 1984 года рождения. Доказана его причастность к 11 фактам краж. По одному из них он привлечен к уголовной ответственности. По 10 фактам уголовные дела прекращены за примирением сторон. По обращениям продавцов, которые давали интервью в нашем сюжете, причастность Жапелова к кражам не доказана. В настоящее время гражданин находится под стражей в ИВС города Нур-Султан за совершение ряда краж на территории данного города.